Я услышал звук. Ветер. Сильный ветер. А затем шепот на ветру. Джек. Мой папа сегодня умер. Мой папа мертв. Что? И я уже с этим примирился. Так странно, правда? Я должна была прийти, ты ведь мой лучший друг. Давай, собирай вещи. Ты отправляешься домой. Можно тебе кое-что сказать? Пожалуйста, скажи. Я всегда считала, что в этом доме призраки обитают. Мама! Мама! Джек, мне так жаль, мам. В этом нет никакого смысла. Тебе жаль, но ты не имел к произошедшему никакого отношения. Я просто любезность проявлял. Не нужно любезность проявлять. Нет в этом никакой любезности. Твой отец очень тебя любил. Мне очень жаль. Для Джека. Джек. Ты спишь, Джек. Когда будешь готов. На чердаке. Когда будешь готов, Джек. Поднимись на чердак. О чем он говорит? У меня такое чувство, что тебе не понравится то, что ты там обнаружишь. Все это не по-настоящему. Происходит что-то очень скверное. Некоторые вещи. Она хочет, чтобы я сошел с ума, но я не сумасшедший. Джек, что на чердаке? Не следует раскрывать. Мне жаль. Что ты такое говоришь, Джек? Мне жаль. Мне жаль. Мне очень жаль. Мне так жаль. Мне так жаль. Мне жаль. Мне жаль. Уходи. Уходи. Джек отправляется домой. Мне жаль. Love is you.